Морская вода, как всем известно, стала колыбелью жизни. В ней содержатся практически все химические элементы и многие соединения из них. Во время разрядов атмосферного электричества происходит деформация пространства. В воде, пронизываемой этими разрядами, молниями, возникает уровень мерности, при котором четырехвалентные элементы – углерод, кремний, фосфор – начинают соединяться в цепочке. При этом возникшие молекулы имеют не только структурные отличия, но приобретают и новые качества. Какие же новые качества возникают при соединении тех же самых атомов в другом структурном порядке? Что заставляет нас разделять атомы, образующие один структурный порядок, от тех же самых атомов, создающих другой структурный порядок? Почему в одном случае не органические соединения, а в другом – органические? В силу того, что основой белковой жизни является углерод, достаточно проанализировать качественные отличия пространственных характеристик молекул, которые создает данный элемент, чтобы разгадать тайну зарождения жизни. Давайте попытаемся понять, к чему приводят различия структурной организации молекул. Рассмотрим неорганические структурные образования – кристаллы. Кристаллы представляют собой такие пространственные соединения, где атомы расположены друг относительно друга на практически одинаковых расстояниях. Эти расстояния соизмеримы с размерами самих атомов, причем они практически одинаковы по всем пространственным направлениям – алмаз, или тождественны в каждой из пространственных плоскостей – графит. Эти кристаллы образованы атомами углерода, но они не являются основой не только живых организмов, но и органических молекул. В чем причина того, что такие же атомы углерода, соединившись в другом пространственном порядке, стали фундаментом живой природы? А они – причины, следствие качественных особенностей органических молекул. Качественные особенности органических молекул следующие. Первое. Пространственная структура органических молекул неоднородна в разных пространственных направлениях. Второе. Молекулярный вес органических молекул колеблется от нескольких десятков до нескольких миллионов атомных единиц. Третье. Неравномерность распределения молекулярного веса органических молекул по разным пространственным направлениям. И как следствие перечисленных качественных особенностей, органические молекулы влияют не одинаково на окружающее их микропространство в разных пространственных направлениях. Особенно ярко это явление выражено у молекул РНК и ДНК. Атомы, образующие эти молекулы, создают длинные цепочки, закрученные в спираль. Именно спиральная пространственная форма молекул РНК и ДНК создает необходимые качества для возникновения живой материи. Какие же это необходимые качества созидают чудо жизни? Что позволяет говорить о качественно новом этапе эволюции жизни, эволюции живой материи, эволюции жизни? Попытаемся понять чудо, которое рождает жизнь. Внутренний объем спирали молекул РНК или ДНК образует своеобразный туннель. Спиральная молекула оказывает сильное влияние на уровень мерности микропространства этого туннеля. Причем это влияние на внутренний объем туннеля не одинаково в разных пространственных направлениях. Вспомним, что каждый атом оказывает влияние на мерность микропространства вокруг себя. Соединение из атомов создает комбинацию влияния всех атомов, образующих это соединение, на мерность микропространства молекулы. При этом важное значение имеет пространственная ориентация влияния каждого атома, входящего в соединение. Спиральная структура молекул РНК или ДНК создает условия, при которых влияние на мерность большинства образующих их атомов сосредотачивается во внутреннем объеме спирали этих молекул. Мерность внешнего объема спирали молекул РНК или ДНК претерпевает лишь незначительные изменения. Следует отметить, что изменения мерности внутреннего объема этих спиралей не одинаковы в разных пространственных направлениях. Вдоль оси витки спирали создают периодически повторяющиеся перепады мерности. Эти перепады во внутреннем объеме создают стоячую волну мерности. Волна мерности, параметры которой не изменяются во времени и в пространстве. В радиальных направлениях спираль молекулы РНК или ДНК создает плавный перепад мерности.
Именно стоячая волна мерности, создаваемая спиральной структурой молекулы РНК или ДНК, является достаточным условием возникновения жизни. Постараемся выяснить, почему это именно так. Молекулы РНК и ДНК находятся в водной среде. Морская вода, в которой и зародилась первая жизнь, содержит огромное количество молекул, ионов, как неорганического, так и органического происхождения. Все эти молекулы и ионы находятся в постоянном хаотическом движении. В результате этого движения молекулы и ионы периодически попадают во внутренний объем спирали, РНК или ДНК, и рождается чудо жизни. Разгадка этого чуда очень простая. Дело в том, что внутренний объем спирали молекулы РНК или ДНК является ловушкой для всех попавших в него молекул. Радиальный перепад мерности удерживает попавшие в эту ловушку молекулы внутри спирали РНК или ДНК. При этом радиальный перепад мерности заставляет свободной материи двигаться вдоль этого перепада. И как следствие возникают гравитационные силы, направленные к оси спирали РНК или ДНК. Поэтому все молекулы, попавшие во внутренний объем спирали, в результате броуновского хаотичного движения, начинают двигаться вдоль оси спирали. Так же, как и течение реки увлекает за собой все, что в нее попадает, радиальный перепад увлекает плененные молекулы. Только очень быстрые молекулы могут вырваться из этого плена. При этом они теряют часть своего потенциала. Остальные молекулы начинают вынужденно двигаться вдоль оси спирали. Вдоль оси спираль молекулы РНК или ДНК создает, как вы помните, стоячую волну перепада мерности. При своем вынужденном движении вдоль оси плененные молекулы попадают в зоны с разными мерностями. Каждая из этих молекул имеет собственный уровень мерности, при котором она максимально стабильна, а также диапазон значений мерности, в пределах которого молекула может существовать не распадаясь. И как только плененные молекулы при своем вынужденном движении вдоль оси попадают в зону с запредельной для них мерностью, они становятся неустойчивыми и начинают распадаться. В результате распада молекул высвобождаются все 7 первичных материй, которые образовали физически плотное вещество. При этом часть высвободившихся материй вновь создает новые атомы и молекулы, имеющие собственный уровень мерности, тождественный мерности зоны распада. Обычно вновь возникшие молекулы при своем вынужденном движении вдоль оси не распадаются. Выйдя из внутреннего объема спирали молекулы РНК или ДНК, они оказываются в водной среде. Эти молекулы часто химически активны и, как следствие, агрессивны как по отношению к молекулам РНК или ДНК, так и к другим внутриклеточным образованиям. Забегая вперед, отметим, что эти молекулы, которые в дальнейшем будем называть токсинами или шлаками, выводятся за пределы клетки и далее за пределы организма, в случае многоклеточного организма. Вернемся к анализу процессов, происходящих во внутреннем объеме спирали РНК или ДНК. Часть высвободившихся свободных материй, как выяснилось, образует устойчивые атомы и молекулы. А другая часть, что происходит с ней? Именно в этой точке анализа мы подошли к пониманию тайны жизни. Несвязанные материи через канал между физическим и вторым уровнями планеты, который возникает во внутреннем объеме спирали РНК или ДНК, начинают перетекать на другие уровни. Вспомним, что каждая молекула, особенно такие огромные, как РНК и ДНК, деформирует микропространство вокруг себя. И при этом деформируется второй материальный уровень планеты. Причем форма деформации полностью копирует форму молекулы РНК или ДНК, как, впрочем, и всех остальных молекул. Когда на дороге возникают ямы, деформации, во время дождя они заполняются до краев водой. Если дождь продолжительный, дождевая вода, заполнив ямы, начинает стекать в низины. Также и несвязанные материи, перетекая по каналу на второй материальный уровень, полностью заполняют форму деформации. Избыток их возвращает себе свободу от плена планеты. Возникает только один вопрос. Какие высвободившиеся материи и почему заполняют эту форму деформации второго материального уровня, сферы? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, что второй материальный уровень образовался в результате слияния 6 свободных форм материи. Поэтому деформацию второго материального уровня заполняет только материя G,
которая является седьмой материей и не входит в состав гибридной материи второй материальной сферы. После полного заполнения деформации материи G на втором материальном уровне образуется точная копия молекулы РНК или ДНК. Возникает так называемое второе материальное тело молекулы РНК или ДНК. При полноценном втором материальном теле между ним, второй материальной сферой и физически плотным телом исчезает качественный барьер, так как система второе материальное тело плюс вторая материальная сфера структурно и качественно соответствует физически плотной материи. Между физически плотной молекулой и вторым материальным телом молекулы РНК или ДНК образуется постоянный канал, по которому высвободившиеся материи продолжают перетекать на второй и другие материальные уровни планеты. Если процесс распада плененных молекул во внутреннем объеме спирали молекулы РНК или ДНК прекратится, то второе материальное тело молекулы или исчезнет совсем, или утратит оптимальную плотность. Как и лужа на дороге, если не будет нового дождя, вся вода из нее испарится, и на дороге останется только яма. Таким образом, постоянный распад плененных молекул во внутреннем объеме спирали молекулы РНК или ДНК является необходимым условием для поддержания жизни. Возникновение второго материального тела является качественно новой ступенькой в эволюции материи. Плененная материя нашла способ своего освобождения из своей тюрьмы. И это освобождение – живая материя. Появление второго материального тела – начало эволюции живой материи. Первыми живыми организмами стали вирусы. Вирус представляет собой молекулу РНК, окруженную белковой оболочкой. Белковая оболочка создает вокруг молекулы РНК устойчивую среду. Создается своеобразный микроклимат вокруг молекулы РНК вследствие того, что белковая оболочка замедляет движение молекул как внутрь себя, так и из себя. Поэтому молекулы, попавшие внутрь белковой оболочки, сталкиваясь с ней при своем движении, могут много раз рикошетить от нее перед тем, как покинуть внутренний объем белковой оболочки. Повторные многократные движения, попавшие внутрь белковой оболочки молекул, увеличивают вероятность того, что они попадут в сферу влияния молекулы РНК и, как следствие, будут втянуты во внутренний объем молекулы РНК и начнут свое вынужденное движение вдоль оптической оси этой молекулы, попадая под действие стоячей волны мерности, что в конечном итоге и приводит к их распаду на материи, их образующие. Внутренний объем молекулы РНК, как пылесос, засасывает в себя все молекулы, попавшие под воздействие радиального перепада мерности, создаваемого спиралью молекулы РНК. Так же, как и молекулы РНК, черные дыры макрокосмоса создают вокруг себя сферу влияния, попадая в пределы которой любая материя, в том числе и электромагнитные волны, не в состоянии вырваться. Черная дыра макрокосмоса создает вокруг себя мощное радиальное гравитационное поле, радиальный перепад мерности, вызывающий распад любой материи. Аналогично внутренний объем спирали молекулы РНК или ДНК создает подобные условия, приводящие к распаду плененных молекул под действием стоящей волны мерности. Спираль этих молекул ведет себя идентично черной дыре макрокосмоса, что позволяет назвать молекулы РНК или ДНК черной дырой микрокосмоса. Таким образом, появление белковой оболочки вокруг молекулы РНК явилось следующей ступенью эволюции материи от неживой формы к живой. Именно с появлением этой оболочки можно говорить о качественно новом этапе эволюции материи, этапе эволюции живой материи. Стоячая волна мерности, возникающая во внутреннем объеме молекулы РНК или ДНК, являясь необходимым условием для возникновения жизни, не является достаточным в силу того, что в первичном океане концентрация органических молекул была очень маленькой. И поэтому без дополнительного накопления вблизи молекулы РНК органических молекул не могло быть и речи о постоянном захвате их этой молекулой с последующим распадом на материи, их образующие.